Честность, порядочность и соблюдение законодательных норм – вот главные требования к тем, кто собирается стать независимым общественным наблюдателем. На улицах Самары заработали живые информационные центры, где можно получить актуальные данные о предстоящем голосовании. Здесь же проводится дополнительный набор для желающих поспособствовать легитимности выборов. Я лично для себя считаю, что основная цель – это увеличение доверия к самим выборам и к тому, что они проходят прозрачно, честно и в точном соответствии с законом. А основная масса категорически не знает, что они как граждане имеют живую возможность и право стать общественным наблюдателем. Поэтому я считаю, что очень полезная инициатива. Самое главное, она близка каждому жителю. Живые информационные центры будут работать в Самарской области до конца месяца. Для того, чтобы стать наблюдателем, можно на месте заполнить заявление, либо взять бланк, сделать это дома и принести в общественную палату, где также работают волонтеры, которые примут заявление или подскажут, как их правильно заполнить. Направить документ можно и по электронной почте. За 4 месяца работы штаба общественного независимого наблюдения за выборами прошло порядка 70 мероприятий, на которых подготовили свыше 5000 наблюдателей. На каждом избирательном участке должны присутствовать не менее 2 человек. Как говорят представители штаба, привлечение общественников – самая действенная форма контроля за выборами. Мы должны внести свой максимальный вклад в то, чтобы выборы прошли честно, прозрачно. И у наших земляков, у самарцев, к их итогам было доверие. А, соответственно, и доверие к избранной власти. Напомним, выборы в Государственную и Губернскую думы пройдут 17, 18 и 19 сентября, чтобы избежать скопления людей на участках для голосования. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.